Легендарному музыканту Михаилу Бурдину сегодня 75. Заслуженный работник культуры России, народный артист Республики Коми, руководитель ансамбля «Зарни Ань». Регалии Михаила Николаевича всех не перечесть. Это символ поклонения Коми народа. Много лет певец радует зрителей своим своеобразным исполнением и игрой на народных инструментах. Михаил Николаевич родился 18 августа 1948 года в деревне Зулуб Карткировского района. С 5 лет играл на гармошке на всех праздниках деревни. После окончания Ленинградской консерватории имени Римского-Корсакова и стажировки в Северном русском хоре приехал в Сыктывкар работать в филармонии. С 1974 Михаил Николаевич руководит оркестром народных инструментов при государственном ансамбле песни и танца «Асякы». С 1991 года худрук и директор Коми Республиканского театра фольклора, который позже преобразовали в Национальный музыкально-драматический театр. С 1996 года руководит профессиональным фольклорно-этнографическим ансамблем «Зарни Ань». В 2017 в деревне Зулуб Карткировского района открыли музей музыканта и композитора Михаила Бурдина.